Иногда в простоте заложено больше красоты, чем в сложности. Из центра Риги, и на самом деле очень холодно, но очень-очень красиво. И я пришла покормить уток, которые вон там находятся сзади меня. Кстати, я тут не одна, кто кормит уток. Это очень, видимо, распространенное занятие здесь. Но на самом деле, я не знаю, это очень классно. Они слетаются, кушают хлеб, потом летают. Мне кажется, в этом есть какая-то определенная романтика, поэтому... Давайте покормим уток, что ли, вместе со мной. Почему нет? На самом деле я стою, моя рука, которую я снимаю, она уже практически замерзла, замертвела как-то, звучит вообще не круто. Но она окоченела, вот это будет, наверное, правильное слово. Но я не знаю, я считаю, что мне настолько нравится снимать, что мне как-то уже по барабану, если у меня рука потом отвалится. Ну что, давайте будем кормить уточек. У нас уже не так много хлеба осталось, но на самом деле мне очень нравится это занятие. Это очень, я не знаю, это какую-то, знаете, романтику мне напоминает. И причем тут есть не только утки, тут есть воробушки и вороны. Кстати, я всегда думала, когда я была маленькая, я всегда думала о том, что как это несправедливо, что мужчины-селезни красивее, чем женщины-утки. Потому что я считаю, что девочка должна быть более красивая, чем мужчина. И я никогда этого не понимала раньше, на самом деле. Не знаю. Но сейчас, если присмотреться, даже вот в этих вот... Мне казалось, что они такие серые какие-то непонятные. Но на самом деле я считаю, что иногда в простоте заложено больше красоты, чем в сложности. Если так можно выразить. Это тоже одно такое из самых известных, наверное, мест Старой Риги. И сзади меня вы видите вот этот вот мостик. Он полон с брелками от замужних, женатых людей. Это очень... Я думаю, что это не только у нас в Риге. Мне кажется, что это такая традиция. Она популярна во многих странах, потому что я видела подобные видео из Парижа и даже из... Ну, и даже из Москвы, да, окей, хорошо. Я тут опять начинаю включать Капитана Очевидность, но мне кажется, это супер. Я всегда, когда прихожу, думаю, а что если в какой-то момент вот реально не будет места больше для этих замочков, и тогда чего? И тогда будет печально. Приходит пара женатая, хочет повесить свой замочек, а там просто тупо нет места. Я не знаю, как они справляются, на самом деле, с этой проблемой. Ну, наверное, как-то справляются. Вспомнили детство, но, видимо, эта карусель для меня слишком тяжелая оказалась, поэтому она никуда, к сожалению, не едет. Хотя мне очень хотелось, на самом деле, покататься, но она просто стоит на месте. Но я не знаю, я обожаю всякие такие штучки. Многие говорят, что, Аня, ты же вообще уже в детство впадаешь, куда тебе, ну куда ж тебе? Но мне нравится, я вообще не знаю, мне нравится жить... То, что я ем на ланч, многие интересуются, чем я питаюсь. Чай. Сейчас вам покажу, какой чай. Кстати, я пила такой вот чай. Зеленый чай с мятой и лимоном.
непосредственно туда положила лимон, никакого сахара и все. Это был весь мой ланч. Но потому что я утром съела очень много всего. Я съела огромное количество чизкейка, и поэтому я абсолютно не голодна сейчас, так что да. Но это очень классное место, на самом деле. Это место, где я практически выросла. Такой большой... Он называется как центр отдыха, такой комплекс отдыха. Но тут как бы изначально он открывался как большой ресторан такой, да, но тут можно и поесть, тут есть аттракционы, тут есть зимой каток. Очень-очень классно, очень красиво. И, да. Но... Покушали и в бой. Шуток. Мы будем играть в бильярд, хотя, вы знаете, я... Это, наверное, будет, может быть, вторая моя попытка вообще играть в бильярд, но говорят, что новичкам везет, поэтому я очень надеюсь. Хотя у меня очень сильный соперник, кажется, моей подруги Сабрины, но я надеюсь, что я ее сделаю. Смотрите, как она тщательно все подготавливает. Ага, ага. Человек знает, что он делает, называется. Ну, я надеюсь на свою удачу новичка. Давай, давай! Чтобы никого не поразить. Так, что я должна делать? Я должна этим шаром типа туда непонятно куда. Вот. Спасибо.